И снова здравствуйте! Многим поклонникам одного из самых любимых зимних видов спорта хорошо известно имя российского лыжника Александра Легкова. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам, депутат Московской областной думы Александр Легков сообщил, что организовал доставку масок и защитных экранов для медицинских работников Красноармейска. Мы привезли защитные маски и экраны для медиков Красноармейска. Они сегодня на передовой и не могут, как большинство из нас, оставаться дома и избежать лишних контактов, написал Легков на своей странице в Инстаграме. Он поблагодарил врачей за мужество и пообещал оказывать помощь. Напомним, вспышка COVID-19 была зафиксирована в декабре 2019 года. 2 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля. В России зафиксировано на данный момент более 3500 случаев заражения коронавирусом. Всегда приятно осознавать, что есть неравнодушные люди, которые всегда приходят на помощь. Добрый поступок сделал Александр Легков не на словах, а на деле. Какой хороший пример для всех, кто может вообще в принципе это организовать. Мы являемся поклонниками этого замечательного человека и спортсмена. Да и не только мы. Он заслужил признание многих людей своими спортивными достижениями. Спасибо, Александр Легков, за доброе дело. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!